Эдик молодец, он мне всегда цветочки дарит, смотрите. Такие розочки, я даже таких и не видела у нас. Где он купил? Такие маленькие. Еще вот эти не раскрылись. Данил, будешь поливать? А это, кстати, Данилкина. Он занимается у нас рассадой. Он сам посадил кинзу, семена кориандра. И вот выросла кинза. Да, Данил? Да, надо поесть. И кушать, да? Да. Тебе пить покушать. С голосом до сих пор беда. Еще хуже, мне кажется, стало. Ну, ничего страшного, на следующей неделе, думаю, все будет нормально. В последнее время все снимаю на телефон. Короче, говорят, нам сейчас приезжают гости. И для смеха я хочу наклеить разметку. Это опасно. Будет это клеено. Блин, не отклеивается. Отклеивается. Давай. Данька, подвинься. Это света, стрелка, опасная. Так. Так, вот здесь один стол. Так, значит, здесь будет один гость сидеть. И ровно метр примерно, ну, я думаю, примерно так, чуть меньше, короче. Ну, вот здесь второй. Вот так получилось. Там два, и здесь два. Так, надо что-то еще вот здесь придумать. А, обычно у нас еще гости любят стоять вот здесь за островом. И здесь надо тоже, наверное, сделать. А меня? Вот. Ну а что? Дистанцию никто еще не отменял. Кстати, надо маски еще выдать. Мы же в помещении поставить это дезинфицирующее средство. Как оно называется-то? Я уже забыла. Вот это вот сейчас я поставлю. Данил, вот ты постоянно так делаешь. Ну что ты прыгаешь, как это, как обезьянка? Как обезьянка. Вот сюда. А еще сейчас я рюмки достану. Достану рюмки. Сейчас вот они вдвоем зайдут. Я третья буду. Эдик еще на работе. Налью сюда воды и скажу, что это водка. Что нужно дезинфицироваться. Вот. Аня точно выпьет. Она поверит. Я еще для вида поставлю сюда водку. Ой, а мы что, не убрали в морозилку, что ли? Где-то у меня была. Может, Эдика убрал? Данил, да я уже наступаю на тебя. Да и что ж такое? Вот. Вот это вот холодненькое. Вот так я водку сюда поставлю. Ну, все. Коронавирус. Водочка. Вот это вот средство, которое мы уже все руки себе измазали, все руки стерли. У меня, кстати, таких банок вообще еще на год, наверное, хватит. Ну и все, сейчас вот они зайдут. Да, Даник? Я скатал. Мы же вечером еще будем петь караоке. Я купила себе вот эту колонку. Потому что у всех есть караоке, кроме меня. Когда собираемся, мы всегда уже где-то, ну, где-то к 12 мы начинаем петь. Так, прям активно. Светка у нас любит брать пульт и петь в пульт. Ну, когда уже все, кондиция уже дошла, уже неважно, там, микрофон, не микрофон, она берет пульт и поет в пульт. Но микрофоны мне еще не пришли. Может быть, сегодня придет один микрофон, но Аня с собой микрофоны взяла. Поэтому сегодня у нас будет вечер караоке. Кстати, насчет колонки. Случайно на нее наткнулась в интернете. Mac Audio MMC750. Вот так включается. Вот. Здесь у нее даже есть светомузыка. Да что ж такое? Короче говоря, у нее есть Bluetooth, у нее есть радио, у нее есть два входа для микрофона, у нее есть два USB. Микрофона тоже можно по USB подключить. Плюс она работает, ее можно... Да, Данил, ее можно с собой брать куда угодно. Во-первых, она весит 8 килограмм всего. И, во-вторых, она заряжается. При полной зарядке она работает до 12 часов. Радио? Она, кстати, нормально работает. Von der Brücke runter, auf der B6 Richtung Gierstedt, hinterm Fastfood-Restaurant. Dann habt ihr einen auf der B71, Soltau Richtung Munster entdeckt, in Haber. Также сюда можно подключить USB.
Ну вот, да, вот я вам показывала. То есть музыка будет проигрываться через USB, через SD-карту. Но я не знаю, кто ей пользуется. Это вообще вот это не нужно. И также можно подключить телефон через кабель. Но сейчас уже никто этим не занимается, потому что у всех айфоны и самсунги там есть Bluetooth, пожалуйста, сконнектил их, и пошло дело. Ты сейчас в угол встанешь. Здесь еще есть функция эхо. На самом деле хорошая функция для тех, кто не умеет петь. Ну, мы никто не умеем петь, но мы все поем, вот все прям поем. У нас компания такая поющая. Устанавливаешь режим эхо, и у тебя, знаете, так голос, ты говоришь привет, он привет, привет, привет. Потом здесь также можно нас... Больно, да? Да, я здесь еще. Также можно настроить здесь на поп, фанк, рок, джаз и самбо. Ну и, в принципе, и все. Ударился? Да. Рассказать мне ничего не дал, сбивал меня. А теперь в конце концов ударился. Вот теперь сиди спокойно. Я рассказываю правила. Дистанцию никто не отменял. Поэтому дистанцию надо держать ровно метр и сидеть тоже. В метре друг от друга. Обниматься будем? Подожди, обниматься дальше будем. Вот это вот. Отметки, где ты будешь стоять и петь караоке. Я здесь, ты здесь. Вот это вот дезинфицирующее средство. Ты дошла? Давай. Руки дезинфицируй. Илья, иди сюда. И Джон, ты тоже. Руки продезинфицируй. Да, вот так. Нынче мы встречаем гостей. Тоже давай тоже. Всем давай. Да. И дальше по плану у нас идет дезинфекция изнутри. Подожди. Не бойся, ничего не будет. Не бойся. Да я, блядь, тебя уже обнимаю. Давай, дезинфекция изнутри. Все. Ну раз так. Да. Прям сразу. Вот это какое это пей, не нюхай. Это дезинфекция. Это водка. Ну, дай сок. Давай, не давай пей. Коронавирус не давай пей без сока. Давай, раз, два, три. Пей давай. Ты же водка это такая? Конечно. Ой-бай. Да дай сок. Давай. Я так не могу, ты что сейчас упаду? Дай лимон. Ты мне не рассказывай. Ты уже не да пришла. Пей тоже. Прям вовремя микрофон пришел. Прям вот вы зашли и микрофон принесли. Только без шнура. Жалко, без кабеля. Кабель должен прийти завтра, наверное, или послезавтра. Или послезавтра. Но я могу кабель у Зузаны взять. Не Эди купил. Микрофон Rode M1. О, да, yes. Ого, вот это настоящий микрофон. Он такой тяжеленький. Вау. Ой, большой стал. Вау. Классно. Твои глаза такие чистые. Ты посмотри, какой он тяжелый, потрогай. Ох, нифига да. себе. Возьми. Смотри, я ни о чем не подумала. Как обычно, мы только мясо и едим. Смотри, я борщ сварила. У вас точно у всех холестерин поднимется в 75 лет. Да. Да, а что вы здесь варите? Язык, еще и язык. А я наварила борща на завтра. Два года гарантии. Обычно. Прошло. А это корейский салат. Прям корейский. Надо заснять. Колонка. Шашлычок. Да, у нас время караоке. Ты что-то как-то у нас мало льда. Как это все тяжело. Надо было нам съездить в Каплю Скай и купить лед 15 килограмм, а у нас нет.
Вот занимаюсь. А еще, когда у нас приезжают гости, я начинаю здесь включать дискотеку в туалете. У нас такая лампа, которая меняет цвета. Вот здесь у нас радио, можно включить погромче и устроить дискотеку в туалете. Кстати, вонючка из депо, очень классная штука. Правда, сюда вот эти вот контейнеры нужно покупать. Два контейнера стоят 7 евро и хватает месяца на 2. Но я считаю, что это дорого. Но, тем не менее, запах просто обалденный. Вы знаете, как в Дубае. Каждый раз, когда я заходила в Дубай в туалет, там присутствовал вот такой запах, вот какой-то арабский. Вот у них то же самое, вот эти вот контейнеры. Они какие-то вот прям арабские, с арабским запахом. Вот, и вот эти вот штучки тоже есть, да? Ставила гирлянду. Прикольно. Красиво, правда красиво. Какой еще дискотека продолжается. 00:00. С Новым годом! У нас оливье есть, да? Почти доели. А вот этот салатик корейский, это вообще бомба просто. Он такой в меру остренький. Я бы его ела и ела целыми днями. А кстати, когда к вам приезжают гости, вы хотите, чтобы ваши напитки... Вот у нас такой напиток пока. Это белуга черная. Были всегда охлажденными. Вам просто нужно купить вот такое ведро. Прям вообще... Да, Анечка? Тебе прям всем понравилось. Всем понравилось это ведро. Это ведро всем понравилось? Да, Джон, расскажи про это ведро. Расскажи. Это вообще двойное, короче, блин, дно, двойной стенки. Туда много льда влазит. Всегда водка холодная, если вытаскиваешь, вот здесь примораживается. Главное, не на это будет. Главное в него не блювать. С нами кое-кого нет, чтобы кто-то куда-то блевал. Кого? Я сейчас на пилотку эту водку поставлю. В пилотку не надо блевать. Это моя пилотка. И я иду пилотку. Подожди, вот у нас Джон в красной кофточке. Ему подойдет. Давай, одевай. Не, пилотка подойдет. Давай, одевай только правильно. Надо жить. Вот, да. Она, кажется, в салате. Это пилотка в салате. А вообще, Джон, знаешь, что я думаю? Тебе нужно открывать свой YouTube-канал, у тебя получится. Да, да, я стесняюсь. Ты такой светлый, открытый человек. Я тоже думала, что я стесняюсь. Дэнифер у нас любит, и я ей показываю твои видео. Она тоже хочет, но она стесняется. Она говорит, я бы так не смогла, как она так вот красится, там вещи переодевает. Она вот смотрит иногда твой канал, я ей показываю. Она говорит, я хотела бы, но я боюсь. Вот она любит ей просто, показывать. Ей просто надо подарить камеру Canon, она, и все. Я бы так не смогла. Она смотрит, на самом деле, это очень тяжело. Это очень тяжело. Сколько монтаж занимает времени, люди просто не представляют, вот сколько. Вот так снимаешь, а потом мочируешь, да? Да. Иногда монтаж занимает 3 часа. Иногда 3 часа просто монтаж. Ты представляешь, у тебя ребенок, дом и так далее, тебе 3 часа надо смонтировать. Это жопа просто полная. Но я занимаюсь, потому что мне нравится. Во-вторых, у меня есть... И мне это нравится, мне это доставляет удовольствие. Я только в 30 лет поняла, что я хотела бы, наверное, стать режиссером. Да, если бы я пошла учиться на режиссера, мне бы, наверное, понравилось. Мне бы, наверное, получилось. Не понравилось, мне бы получилось. Вот математика, все остальное, это вообще не мое, я не умею считать. А вот если бы я выучилась на режиссера, это, наверное, был бы прорыв в российском кинематографе. Никто английский не знает, а они включили песню на английском.
Нет, нет, не будет. Давайте... Подожди, давай что-нибудь спокойное там. Спокойно, это не Линда, а спокойно это твои глаза. Я ворона. Нет, это точно... Это точно неспокойно. Нет, наверное. Вот тут еще есть местечко. Ну не получается. Нет, ну давай поставим их. Ну как их не поставить? Давай еще раз последний. Раз, два, три. Аж нервов никаких уже нет. Эдди, хочешь с нами поиграть? Нервы пощекотать. Я уже хочу этих пингвинов от стены шарахнуть. Да вы их не поставите, опять. Ну почему? Дети же ставят. Равновесие. Да, еще бы руки не тряслись. Анька, попробуй. Сейчас. Не-не-не, падает. Нет, пожалуйста, вот он хочет упасть. Ой, такой кислый. Ну, поставь сюда. Вот сюда поставь. Ой, да. Кислятина прям. Такое? А, я сюда. Кислятина, блевотина. Точно. А, это вот это он купил себе. 100% лимонный сок. Вон, не хочешь? Нет, не надо ему, он пятнули покроет. Блин, они сейчас грохнутся. Давай куда-нибудь сюда. Он в Дяне играет, да? С Даней в это вообще невозможно играть, он еще маленький. Ну да, он будет злиться. Аня, я не поставила. А, нет, стоит. Так, смотри, подожди. У нас осталось 4. Не дыши. Так, подожди, думай. А кто ставит, я или ты? Ты, Игорь, ставит. Вот это тут сюда подпадало у тебя. Ну, стоит же. Давай теперь сюда. Нет, тут скос, я его вижу. Так равновесие должно быть. Ну, вот сюда куда-нибудь поставь. Видишь, скос, он поехал, я прям вижу. Ой, тихо.
Стой, собака. Один упал, подожди. Стой, вот тут скос, я его прям вижу, подожди. Да все, они не станут нигде тут скосов в километр. А, ну вот сюда. Вот я боюсь. Ну вот сюда ставь. Ну на он с твоей стороны удобно ставить. Три. Давай. Слушай, ну это нереально. Я тебя не знаю. Это нереально их поставить. Ну так интересно, посмотрите сейчас. Да. Они прям скатываются, как подонки. Ну правда. Вообще здесь, наверное... А, нет, можно сюда ставить, как на самом деле? А может быть, их можно вот так вот по двое, подожди, на одну пляц. О, ну, видишь? Можно. Видишь? Сейчас получится, мы поумнели. Протрезвели. Вот этот большой пляц, но на нем скос конкретно. Ну, видишь, мы уже это, видишь, мы уже это самое... Побыстрее делаем. Блин. Эть. Надо сюда. Это нереально. Поле чудес. Нет, оставь сейчас. Добью. Разыгрывается приз. Крутите барабан. Дети, Илюха, главное, ушел. Нет, я не знаю. Называйте первую букву. Буквы, какие там правила? Буква А. Ой, не могу. Слово из пяти букв. Первая буква Х. А если он вот так бы стоял, то, конечно, поставили бы. Ну так-то, конечно, поставили. Ну да. Ну так же неинтересно. Давай попробуем вот так вот в зеркальном отражении. Может получится? Я сюда, ты туда. Ну вот сюда. Ну да, как-нибудь так, чтобы был баланс. Ты сюда поставил? Ага. Баланса нет. Качаются пингвины сюда. А, белый лебедь. Мы вчера эту песню пели? Пели. На пруду. Вот здесь прям вообще. Эть. Так. Смотри, у нас три штучки осталось. Сейчас, подожди. Я последняя, ты хочешь сказать? Что, мы выиграли? Подожди ты. Блин. Так, стоять. Куда ты хочешь, говори. Ну, у нас нет выборов. Вот здесь и здесь. Нет, Инна, упадет он здесь. Нет, я тебе говорю, там скос. Понятно. Давай уже скорее ставь сюда, пока он стоит. Вот сюда. На сама. Почему нет сейчас твой ход? Вот сюда. Да ставь уже. О! Нифига! Ну стоит прикольно, вот да? Как тортик, да? Классненько. Ну, смотри, стоит. Получилось. Прям как тортик. Слушай, я бы такой тортик. Здесь. Да, вон они стоят, смотри. А ты говорил. Вот это ты. Ну да что ты сделал? Вот нафига? Да все уже.